Расскажите, что произошло в ночь с 5 на 6? Выпивал у знакомого. И много выпили. Вот, вышел. Пошел до дома, пошел через парк, подошел к вечному огню, вот, решил погреться и, короче, кинул вино, постоял, погрелся и потом до дома пошел. То есть вы сделали, чтобы погреться, да, это непосредственно? А в состоянии алкогольного опьянения сильно были? Нет. Ну а осознавали свои действия вообще, что вы делаете?